Привет, меня зовут Владимир Ермаков. Хотел поговорить на такую тему. Многие мои партнеры, а также люди, которых я приглашаю в наш бизнес, сталкиваются с такой проблемой. Они говорят, но ведь это автомобильный бизнес, связанный с топливом, а у меня нет машины. Что же мне делать? Я не могу заниматься этим бизнесом. Все пропало, это не для меня. Как я получу результаты? Ну, действительно, чтобы получить уверенность в том, что наш продукт работает, нужно получить результаты. У меня тоже нет своего автомобиля. Хотя я работаю в собственном автосервисе, первые люди, к которым я обратился, были мои личные знакомые. Это мой тесть, мой друг и партнер по бизнесу, с которым я работаю, и один из моих друзей, которому я дал этот продукт. Я им всем троим раздал на пробу, дал просто на пробу эти продукты. Они залили один в дизель, один в жигуленок и один в москвич. Проехали, и на следующий день или через недельку я начал спрашивать результаты. Вернее, они сами даже начали мне звонить и рассказывать. Первым был мой тесть, который профессиональный автомобилист, всю жизнь проработал в автоколоне. Он первый приехал с дачи с большими глазами, рассказал о своих результатах, сказал, что москвич стал неузнаваемый, что просто машина летит, меньше выхлоп идет из трубы, увеличились холостые обороты и куча других технических деталей. Это меня уже вдохновило. Я у него просто спросил, ты мне скажи, я могу рекомендовать этот продукт своим клиентам в автосервисе? Он сказал, конечно. Это был самый первый мой отзыв, самый первый результат, которого мне было более чем достаточно. От человека профессионального, которого я уважаю. Потом два других моих знакомых также обратились ко мне с отзывами, и я понял, что продукт рабочий. То есть мне не нужно было иметь своей машины, чтобы в этом убедиться. И дальше приглашаю людей на тест-драйв, и после тест-драйва, продавая им нашу продукцию, каждый раз получал результаты. И это вселяло во мне все больше и больше уверенность. То есть вам не нужно иметь собственный автомобиль, чтобы заниматься этим бизнесом. Это не обязательно. Все, что вам нужно, это желание им заниматься, интернет и система PravTV. И тогда вы можете рекомендовать всем своим знакомым, друзьям этот продукт попробовать. И основываясь на их результатах, а также на результатах своих партнеров, получить уверенность в этом продукте.